Электрогенератор сейчас мы с вами разместим. Так, отправляемся на этот рынок. Ой, ой, всплыло тут окошко, ладно, мне не особо-то и нужно. Если кто увидел, у меня есть FNAF 3, но это демо-версия, поэтому я не буду ее снимать. Это демо-версия. Так, где у меня там электрогенератор? По-моему, открывается здание. Вот, с 11 уровня только доступно. Ну ладно, я постараюсь как бы больше построить. Так, Марсу. Так, хорошо. Нет. Так, на схватку, наверное, нас выпускает Хоскинс. Ну ладно, давайте вот сражаемся за топежеру летающего динозавра. Как раз таки этот тринокромером там есть. Так, вот, топежера. Пошли бой. Так, вот, берем Карнотавра, Афиакадона и кого еще возьмем? Ну, давайте Иритата возьмем. Стартуем за 5000 монеток. Все. Готово. Сейчас мы быстренько так топежеру замочим. Так, что мы поставим? Ну, давайте поставим вот это. Нет. Так. Все спустим на атаку. Опа, 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 говнюк, опа, сука, поставился же блок. Ишь ты, говнюк какой, ишь ты поставил блок. А, сейчас у нас разъебет просто, сука. А, получаем, ладно, Карнотавр. Ну ладно, потеря Карнотавра это очень страшно. Ну ладно, Афиакадон сейчас разделается с этой несносной топежерой. Опа, все, замочили.